Итак, добрый день, уважаемые дамы и господа. Приветствую вас на нашей очередной лекции, которая посвящена сегодня будет очень интересной теме, которая будет называться «Снаряжение для собак». Огромнейшее количество брендов у нас человеческого снаряжения. Это и палатки, и рюкзаки, и одежда. Да. Вопрос относительно снаряжения для собак для многих является открытым. Почему? Потому что много информации, много всевозможной продукции, но как выбрать то, что будет полезно? Потому что любое снаряжение в условиях полевых, в условиях похода – это инструмент. И от того, насколько хорошо вы подберете инструмент для вашего лохматого друга, настолько комфортно будет вам и вашей собаке. Потому как можно и лопатой чесать за ухом, да, но лучше для этого использовать специально изобретенный инструмент. Давайте мы теперь с вами коснемся такого вопроса, как снаряжение, которое нынче является очень-очень модным, категория снаряжения, именуемая тактическим. AliExpress, наверное, процентов на 95% состоит полностью из этого сегмента. Наверняка видели огромнейшее количество шлеек всевозможных с петлями Molly. Кто не знает, это через 2,5 см нашитые специальные петельки для того, чтобы развешивать всевозможные подсумки, сумочки, какие-то гаджеты. Скажу вам сразу, зачастую этот инструментарий является абсолютно ненужным, а зачастую еще больше, даже можно сказать про него, что он может быть и вреден для вашего животного. Почему так? Потому что само снаряжение, которое у нас именуется тактическим, да, является инструментом для выполнения каких-то узкоспециализированных задач. Почему об этом говорю? Потому что в свое время кинологическая моя деятельность, служба моя в наших структурах была напрямую с этим связана. Давайте мы обратимся к слову «тактика». Что он означает? Взяли мы простой наш толковый словарь русского языка. Да, это отдел теории военного искусства и следующие: боевые свойства войск и основания их мирной подготовки и способы употребления войск на войне для достижения какой-либо стратегической цели. По этой причине все, что у нас именуется гордым словом «тактическое снаряжение», можно спокойно вычеркнуть из этой категории. Да? Потому что именуется у нас все. Я даже находил тактических собак в интернете. Чего только не придумают. Да? Почему это не совсем полезно, а зачастую даже вредно? Огромная шлейка размером в 3/4 собаки, на которой навешано огромнейшее количество снаряжения, гаджетов. Это, конечно, здорово, но хорошо используется тогда, когда это используется по назначению. В остальном это просто попытка потешить свое самолюбие. И собаке от этого, мягко говоря, некомфортно. Вообще собаки – это очень тактильные существа. И любое воздействие снаружи приводит для них к неприятным ощущениям. Поэтому чем меньше для собаки на собаке будет висеть, тем лучше. Давайте мы теперь поговорим относительно такого вида снаряжения, как ошейник. Обязательное снаряжение, обязательно для всех собак, абсолютно для всех, будь то простая комнатная собачка, которая у нас лежит на диване и радуется жизни, и, соответственно, уже собаки, которые применяются на службе, в войсках, в силовых подразделениях. Их огромнейшее количество видов бывают, материалы используются и классические, это кожа, нейлон, и, соответственно, уже более высококлассные. Сразу скажу, что никакие бренды сейчас рекламировать не буду, да, напрямую. Я просто скажу то, что я использую, то, что я активно применяю, и то снаряжение, которое уже себя хорошо зарекомендовало за последние годы, с учетом, ну, без преуменьшения и преувеличения, скажу, зверского использования в тех условиях, в которых я его вместе со своими собаками применяю. Один всего лишь бренд я назову, называется он Kallar. Запишите, кто интересуется, кому необходимо. Украинский бренд. Вне политики сейчас абсолютно мы ведем нашу беседу. Очень хорошие вещи они делают. Есть материал такой, называется он биотан. Наверняка многие владельцы собак знают его. Да, это искусственная кожа. Кому необходимо, можете передать. Да, да, чтобы потрогали, посмотрели. Он очень тактильный, мягкий, он не пачкается, он не намокает. У него синтетическая основа и либо мягкий неопрен снаружи, либо он идет более
жесткого, более твердого такого качества. Держит большую нагрузку. И единственное слабое место в нем, это, конечно же, место соединения шва либо заклепки. Потому что сам биотан держит очень большую нагрузку. И самое главное, что он со временем у нас никоим образом не теряет своих свойств. Ну, кроме как маленько может выцветать, терять свои качества именно визуальные. При использовании в полевых условиях это наиболее актуально. Почему? Потому что собачка у нас может где-то искупаться, поваляться в грязи, побегать по лужам, залезть в болото. Если у вас кожаный ошейник, постоянные перепады температуры, изменения влажности приводят к тому, что кожа намокла, расширилась, потом на солнце снова влага от него испарилась. Он начинает трескаться и элементарно даже сдавливать шею собаки тогда, когда высыхает. Так вот, относительно биотана, что хочу сказать. Очень мне нравятся ошейники этой фирмы, называется модель Evolutor. В чем их особенность? Особенность в том, что на эти ошейники и поводки пожизненная гарантия. В любой точке мира. Вы однажды взяли, стоят они, конечно, подороже, но технология, самая моя любимая, купил и забыл. Необходимо заменить, сломалось, пошел и заменил. Держит нагрузку поводки, о них чуть позже поговорим, сразу забегу вперед, около 500 кг. Если мы говорим про ошейники, вот такой ошейник, они одинаково все, одинаковой формы, одинаковая там идет ширина стропы, точнее ленты, и одинаковая фурнитура. Подходит абсолютно под всех собак, начиная от средних, заканчивая уже очень и очень крупными. Делаются они в трех исполнениях. Повторюсь еще раз, у них пожизненная гарантия. Плюс ко всему, сделаны они очень-очень качественно. Следующая категория ошейников – это GPS-ошейники. Наверняка вы неоднократно видели, когда используют охотники либо силовые наши структуры, собачек, у которых висит здоровенная такая штука на, у них на шее, и собачки с ними бегают. Очень удобная вещь, если вы переживаете за вашу собачку, что она может пойти километров за 20 от вас подальше, подышать воздухом, да, либо там что-то ее привлекло, то, конечно, такая вещь незаменима. Минус у Гармина в том, что стоит он очень небюджетно. И в таком случае, если у вас не используется по назначению собака, не используется по предназначению, вы в служебном собаководстве никак его не задействуете, есть варианты приобрести более бюджетные варианты. А именно, варианты китайские фирмы Hunter. Они работают, замеряли очень хорошо, достойно. Единственная их особенность в том, что вот этот вот пульт, который есть, вы с него управляете, да, и через Bluetooth он на смартфон передает всю информацию. Из смартфона на платформе Android вы уже видите местоположение собаки. Несколько менее удобно, нежели чем Garmin, но разница в ценовой категории в 5 раз оправдывает себя. И вот те самые поводки фирмы Kalar, называемые моделью Evolutor. У них три цветовых исполнения, различная длина от 1,5 метра, если не ошибаюсь, до 3 метров. Оранжевые, фиолетовые и черные. На поводке тоже у нас идет пожизненная гарантия. И в таком случае, конечно, использование высококлассного снаряжения, высококачественного снаряжения, оно наиболее оправдано и принесет вам гораздо больше пользы. Почему я так к этому отношусь серьезно? Потому что неоднократно были ситуации, когда какое-то некачественное снаряжение, либо качественное, но не до конца, да, и вот этот маленький маркер не до конца играл свою критическую роль. Буквально недавно я рассказывал на одной из лекций, не помню, на какой из, на спас-работах в командировке на Кавказе, на высоте больше 4000 у коллеги расклеился ботинок. Это были зимние спас-работы, представьте, декабрь месяц. И тут у него подметка отдельно, а он идет, у него нога в ботинке отдельно. Ну, благо был скотч армированный. Кстати, рекомендую с собой его носить всегда. Выручает. И он дошел до низа. А так, конечно, все было бы очень-очень грустно. Теперь давайте коснемся мы вопроса карабинов. Да? Карабинов бывает огромное множество. Бывают латунные, бывают у нас железные, бывают стальные, из нержавейки, даже ситаны я встречал, но они стоят очень небюджетно. Но использую я карабины очень
специфичные, называемые цилиндровый карабин. Почему они удобные? Почему они настолько для меня в приоритете? Если вы увидите стандартный карабин, да, то у всех есть собаки, знаете, вот тут флажок, на который вы нажимаете, и, соответственно, щеколда опускается вниз. В условиях зимы туда попадает снег, бывает лед, и это не совсем бывает приятно, потому как снимать перчатки, оттаивать этот карабин, либо дуть на него, дышать, отогревать его своим дыханием не совсем хочется. Тем более, когда нужно сделать что-то очень быстро. В данном случае эти карабины, я практически все снаряжение у себя заменил на такие карабины, они не замерзают, они сами по себе не открываются произвольно, либо непроизвольно, и снег туда не забивается. Простая механика, без каких бы то ни было пружин, быстро, четко и очень надежно. Теперь давайте коснемся вопроса лета. Оно у нас не за горами. И зачастую собаки сталкиваются с очень большим количеством бед, связанных именно с высокой температурой. Если брать свой опыт, то 2017 год, да, 2017 год, поехали мы с моей подругой на одну из аттестаций, командировок в Крым. И поскольку июль месяц, жара, Крым, прямые солнечные лучи за 40, за 5, даже за 50 градусов, конечно, приводит к тому, что собачка, имея черный цвет шерсти и такой мощный подшерсток, и остевой волос, очень сильно страдает. Буквально 3-4 минуты активного ее применения по предназначению, и собака уже в дальнейшем не работоспособна. Поэтому на помощь пришел вот такой жилет. Он, конечно, был не детально, да, эта модель, но тем не менее. Суть в чем? Внутри него находится гелевый наполнитель. Он очень хорошо набирает в себя влагу и потом начинает эту влагу отдавать под действием прямых солнечных лучей. В то время, когда он отдает эту влагу, сам жилет охлаждается и охлаждает саму собаку. Путешествуете вы на машине, гуляете вы где-то вдоль моря, по лесу, даже просто в Подмосковье, если у вас собака склонна к гипертермии, то, конечно, такой гаджет для вашего друга будет очень-очень актуален. По своему опыту скажу, на 3-4 часа в умеренно жаркую погоду мне хватало. Когда погода, конечно, очень горячая и жаркая, то, конечно, приходится делать это чаще. Если вы путешествуете на машине, рекомендую вам брать как раз либо жилет вот такой, либо одеяло. Даже просто используйте его дома очень хорошо. Если у вас не работает спецсистема, да, по какой-то причине она вышла из строя, либо просто вы ее не установили, одеяло, работающее по тому же самому принципу, что и сама шлейка, будет спасением для вашего друга. Причем собаку даже не нужно учить, приучать к этому милому гаджету. Как только вы его положили, собака подходит к нему, лапками встала, посмотрел на тебя, хозяин, мне нравится, я остаюсь здесь. И только раз в пару часов необходимо обновлять водичку, потому что очень хорошо высыхает. И температура в среднем от 5, ну, разные производители по-разному пишут, до 7, то и до 10 градусов дают разницу вот такой вот одеяло. Теперь давайте коснемся вопроса шлейки. Если вы собрались в поход пеший, да, и собачка у вас не всегда ходит рядом, либо вы переживаете, чтобы минимизировать какие-то сложности, которые могут быть вызваны поиском собаки, чтобы она у вас не убежала, рекомендуется использовать снаряжение для дог-трекинга. Кто-нибудь наверняка слышал про это название, знает. И там используется снаряжение как раз из ездового спорта. Можно использовать по большому счету любую шлейку, но именно шлейки из ездового спорта, они наиболее являются универсальными. Почему? Потому что задействуют минимальную площадь соприкосновения с телом, да, имеют центр тяжести у них смещен в сторону хвоста, да, это не где-то в районе грудного отдела позвоночника, и, соответственно, теплообмен у собаки у тела идет спокойно и нормально. Как подобрать такую шлейку? Все вы наверняка видели собаку, которая стоит, да, у нас боком. Если вы увидите, здесь две линии.
линия А и линия Б. Да? Линия А. Необходимо сделать два измерения. Идет от самой дальней точки груди, да, форбруст, так называемый, до линии начала, до момента начала шеи. И, соответственно, от той же точки до основания хвоста. Проводите прямую, измерили. И этих двух измерений вам будет достаточно для того, чтобы подобрать в интернет-магазине даже ту самую шлейку, которая подойдет вашему лохматому другу. Магазинов очень много, вариантов шлейк тоже большое количество. Но эти два основных измерения, которые вам необходимы будут для того, чтобы подобрать шлейку в любом из магазинов. Если какие-то дополнительные измерения будут, ну, дело уже ваше, измерять, не измерять. По большому счету этого достаточно. Вот так выглядит собака, на которую одета шлейка. Как видите, она ни в коем случае не стесняет движения. Теплообмен у собаки происходит нормально. Собака не чувствует себя дискомфортно. И все рады. Теперь давайте поговорим про снаряжение для человека. Пояс, потяг так называемый, да, и амортизатор, который минимизирует нагрузку на позвоночник собаки. Почему нужен амортизатор? Буквально в 2019 году на моей памяти несколько собак в питомнике начали страдать проблемами, связанными с позвоночником, потому что собаки всю жизнь были в упряжке, и один из псов как раз скончался из-за того, что у него межпозвоночных дисков не осталось в том счете ничего в поясничном отделе. Просто позвонки один на другой зашли. И чтобы минимизировать нагрузку, рекомендую вам использовать обязательно амортизатор. Вы можете его и не использовать, но в таком случае рывковая нагрузка будет себя компенсироваться позвоночником собаки. Это может привести к большим проблемам. Если кому-то интересно про проблемы, связанные с позвоночником, у нас здесь присутствует специалист, который занимается восстановлением таких собак. Можете после лекции ему вопросы задать, ей. Много вам чего интересного расскажет. Поэтому не экономьте на снаряжении для своих лохматых друзей. Пояса подбираются по размеру. Есть еще такие рюкзаки той же самой фирмы Клаттермусон, шведские, норвежские в основном, и финские, которые нынче к нам не факт, что приедут в связи с последними событиями. У них на самом поясе есть кольца. Кольца, которым можно цеплять карабины и таскать за собой нарты в зимних походах. Если усилить эти кольца, дополнительно прошить, то можно попробовать использовать эти пояса, потому что пояса являются сменными. Сменными и съемными, само собой. Да, еще один важный момент. Важно, чтобы вы не использовали огромные пояса, не брали их. Почему? Потому что вы же будете идти с рюкзаком, и чем больше будет пояс, чем больше на нем будет навешано всевозможных кармашков, сумочек, тем меньше будет вам комфортно и удобно нести рюкзак, потому что рюкзак должен у вас к спине, к области поясницы и крестца максимально прилегать. Если у вас будет, как у американских полицейских, большая-большая юбочка, да, с всевозможными гаджетами, это приведет к большим сложностям. Просто будет дискомфортно. Теперь давайте поговорим про тапочки. Очень животрепещущая тема для тех, кто живет в Москве, в том же самом Питере. Тема очень актуальная. Если раньше к этому относились весьма посредственно, то теперь это уже данность и необходимость. Химия, которую разливают у нас в городе, сыпят, льют, приводит, к сожалению, к печальным последствиям. Буквально месяц назад, когда еще было много снега, когда он еще не подтаял весь, я приезжал на лекции и больше половины пути свою лохматую подругу нес на руках. Она без тапочек была, потому что просто сжигается кожа. 100 метров собака идет и потом уже идти дальше не может. По этой причине тапочки — это уже не роскошь, а средство необходимости первостепенное. Они бывают нескольких видов, бывают вот такими, как носочками, да, и в виде, можно сказать, трекинговой обуви. Сразу вам скажу, что первый вариант, он возможно его использовать, да, он применим, но у него есть большой минус, он слетает. Он слетает, потому что на собаке, на лапе плотно не фиксируется. По этой причине прошу вас обратить внимание на второй вариант. У них другой
абсолютно крой. Так, сейчас. Да, другой крой, и они абсолютно по-другому садятся. Видите, на варианте слева, да, как будто носочек одет на собачку, и он со временем слетает. Проверен на своей собаке. Здесь и хорошая подметка, и хорошо держится сам тапочек. Там двойная система фиксации. В принципе, на тех тоже двойная система в некоторых предусмотрена. Но вот по своему опыту скажу, на скольких собаках я видел и сам одевал, не очень хорошо они заходят. Да, эти чуть подороже, но, соответственно, и служить будут гораздо дольше. Да, и в чем еще у этих минус? По крайней мере, у тех брендов, которые были у меня, у моей собаки, у моих собак, со временем начинают пропускать влагу. Опять же, связано с тем, что, да, они очень хорошо стираются, да. Когда вы пришли после длительной прогулки, после какого-то перехода, да, пешего в базовый свой лагерь, важно, чтобы вам собачка не мешалась. Она не бегала у вас под ногами, она не тратила нервы вам или вашим друзьям, или другим собакам, если она гиперактивная. И в таких случаях приходит на помощь трусик. Очень удобно. Обернули вокруг дерева, вокруг какого-то камешка, да, который позволяет это сделать. Зацепили на карабинную удавку и второй конец с амортизатором прицепили собаке. Очень быстро, очень легко, без каких бы то ни было сложностей. Самое главное, что собака его не перегрызет. И собачка у вас находится там до того момента, пока вы к ней не подойдете и, соответственно, ее с собой не заберете, не поместите в то место, где она уже будет отдыхать дальше спокойно. Потому как, если одна собака у вас бегает по лагерю, это не является проблемой. Представьте, если таких собак бесконтрольно бегает 10-15 голов. Это просто взрыв мозга. И начинает нервничать все. Это передается собакам, собаки еще больше начинают бегать, больше суеты, и пошла цепная реакция. А там и не за горами собачьи драки. Ну, в общем, чем меньше проблем будет, тем лучше. Чем больше вы сможете их предупредить, используя грамотное качественное снаряжение, тем комфортнее будет вам и вашим собакам. Относительно рюкзаков хотелось бы мне сказать несколько моментов. Тоже их огромнейшее множество. AliExpress в этом отношении впереди планеты всей, как и вообще в производстве многих видов снаряжения. Китай, конечно, лидирует. Но я вам скажу честно, я свою позицию, да, обозначу. Я против таких вещей. Во-первых, если мы рассмотрим летний период времени, это нарушение теплодинамики у собаки. Это изменение в нагрузке на собаку. Это мы ходим на двух ногах, двуногие, прямоходящие, а собаки ходят у нас на четырех лапах. И в связи с этим нагрузка на позвоночник у них идет не вдоль, а поперек. Да? Несколько килограмм, 2, 3, 4 килограмма – это уже очень большая нагрузка. Лучше я закину к себе в рюкзак эту нагрузку, потащу сам, чем собачка моя будет потом иметь, возможно, какие-то сложности. Лучше предупредить, чем потом пытаться восстановить то, что утрачено. Ну, если потребность такая есть, есть такое желание, конечно, можно приобрести. Размеры отличаются. Можно подобрать вот маленького йоркширского терьера, да, сумочку для него, и так заканчивая уже здоровенными псинами размером с мелкокалиберного пони. Это и азиатская овчарка, и еще более крупные представители. Благо, рынок у нас позволяет приобрести все, что угодно. Но, повторюсь, я такие вещи не использую. Вообще считаю, что чем меньше мы влезаем в естественные потребности нашего животного, чем меньше мы вносим туда всевозможных новшеств, тем лучше. Потому что природа шлифовала все не одну тысячу лет и сделала это гораздо лучше, чем можем подправить мы. Человек, как показал 20 век, в плане селекции тех же самых собак, может только все разрушать. Пример ярчайший, лучшая собака 20-го столетия, немецкая овчарка, у которой на нынешний период времени 56 генетических заболеваний. 56. Не 20, не 30, а 56. И собака, эта порода, к сожалению, угасает.
даже немецкая сборная, сборная Германии, которая выступает на соревнованиях по защитному разделу, да, норматив был бывший Шуцхун, потом был ИПО, нынче IGP. Да, этот норматив был создан специально для того, чтобы отбирать лучших из лучших немецких овчарок, то есть для того, чтобы улучшать именно поголовье самих собак, выступают на минутку с бельгийскими и с голландскими овчарками в своем нормативе. Больше, думаю, здесь говорить нечего. Момент, касающийся посуды. Можно использовать огромные вот эти вот миски из нержавейки. Я их сам не люблю, но в связи с тем, что моя подруга сгрызла вот такую чудную силиконовую мисочку, теперь ее таскаю с собой. А так она гораздо удобнее. Она легче. Да, все правильно. Вот у меня такая же. Из нержавейки. Можно использовать и такую посуду, но гораздо проще, удобнее и комфортнее использовать складную посуду, которая стоит несколько сотен рублей, но она плоская, она легкая, она убирается в любой карман, либо при желании тут вот есть отверстие, вот оно, да, и туда можно повесить какой-то карабинчик, и вы всегда можете под рукой иметь такую чудную тарелочку, куда можно налить воды. По этой причине выбирать, конечно, каждому индивидуально, но я за то, чтобы было все максимально компактно, легко и удобно. Относительно подстилки. Да, если у вас собачка живет на улице все время, если она у вас постоянно живет в вольере, либо она у вас будочного содержания, то, конечно, с такими собаками проблем не будет. Где собачка упала летом на кусочки мха, либо у нас подстилка из опавшей хвои, проблем для нее не будет. Если у вас собака все-таки возрастная, либо собачка гладкошерстная, да, либо те, кто живут в ваших квартирах и вышли в поход, настоятельно рекомендую вам с собой брать подстилку. Сколько вариантов я не пробовал, сколько подстилок не покупал, как показывает практика, обрезанный старый каремат, небольшой кусок, оптимально подходит для таких задач. Комфортно, удобно, самое главное, не жалко. Порвала собачка, ну, пошел, отрезал еще. Сгрызли его, уничтожили, все что угодно. Но такая подстилка будет комфортной для животного. В чем его еще плюс? Даже если он намокает, даже если он впитывает в себя влагу, он все равно греет. И животному комфортно в таких условиях. Относительно переноски, что хотел бы сказать еще. Да? Примерно после 6-7 дней и дальше, в зависимости от психики животного, начинает в походе, начинают накапливаться определенные стрессы, которые приводят потом к угнетению этого животного. Поэтому 7 дней, если вы собираетесь в большой поход, если он у вас первый, это оптимальный период, когда собака будет себя чувствовать комфортно в таких условиях. После того времени, конечно же, начинает собака становиться более вялой. И как минимизировать эту проблематику? У каждого из нас есть свое пространство. Да, в доме, либо в квартире, где вы находитесь. И когда нам нехорошо, дискомфортно, мы идем в свой маленький уголочек, туда, где нам очень хорошо. Когда собака у вас находится возле палатки, где-то она пристегнута, лежит под кустиком, представьте, она все время не может остаться наедине сама с собой, она чувствует себя беззащитной. Если это собака квартирная, она чувствует себя хорошо в квартире. Если вольерная, то в вольере, а тут она полностью открыта для всего мира. Для нее это, конечно же, дискомфортно. И лучше всего брать собак непосредственно вот для собак такие переноски. Был очень интересный эксперимент. Проводили его в одной из стран Запада. Брали около 20 расчетов кинологических, поисково-спасательных, лучших из лучших отбирали. Собак с хорошей психикой и смотрели, как они работают со своим проводником. Отработали примерно все одинаково, да, плюс-минус там несколько секунд или десятков секунд. Но что заметили ученые? Да, животные, у которых наиболее хороший контакт со своим проводником, более уверенно себя чувствуют на любом типе рельефа. За счет чего? Они чувствовали, что за ними их хозяин, да, не знали, что их тыл прикрыт. И, соответственно, могли не оборачиваться и не отвлекаться на внешние раздражители. Они знали, что в случае чего их спина будет прикрыта. То же самое с животным. Когда оно чувствует себя в комфорте, да, когда оно чувствует, что
есть у нее маленькая-маленькая комнатка, то, соответственно, такой собаке гораздо лучше. И стрессов у нее гораздо меньше. Кто из вас бывал на выставках, знаете, собачьих выставках, что бывает, приводят собаку на выставку и ставят даже посреди места, где большое количество собак, еще не вышедших в ринг, какую-то переноску вот такого же плана, и 20, 30, 40, 50 собак, гам стоит просто кошмарный. А собака может там спать и не обращать внимания, потому что она знает, она в домике, ей хорошо, ей комфортно, она защищена. Если вы дадите это ощущение комфорта для своей собачки, значит и собака себя будет чувствовать хорошо, и меньше проблем и сложностей будет у вас. Такая переноска, она не занимает большого количества места в собранном виде, она довольно-таки легкая, но пользы от нее гораздо больше, чем сложности, которые будут связаны с переносом этого вида снаряжения. Теперь давайте поговорим про такой интересный момент, как страховочные системы для собак. Многие из вас имеют свои страховочные системы, именуемые у нас в народе беседка, обвязка, как угодно. Русский язык, он все-таки многогранный и непостижимый для большинства западных наших партнеров, как говорит президент. Так вот, снаряжение собачье, оно все-таки не так активно развито, нежели чем человеческое, но и здесь есть на что посмотреть. В последнее время появились образцы, очень достойные образцы фирмы Кэмп. Она имеет вот такую форму, да, здесь у нас вот здесь голова, да, как вы понимаете, здесь грудь, а здесь две петли под задние лапы. Очень удобно. Собака не чувствует себя дискомфортно, она может спокойно перемещаться, ходить, тем более, что эти петли могут убираться, да, и собака находится просто в грудной шлейке. Где-то ее подсадить, подтянуть, либо подстраховать, этого более чем достаточно. Очень удобно, легко, надежно и быстро. Ценник у нее довольно-таки бюджетный, поэтому вариант очень хороший. Самый первый вариант, который появился в свое время, это вариант фирмы Petzl. Называется геликоптер. Очень мощная система, очень хорошая, но у нее есть один серьезный минус. Стоит как гарминовский ошейник, да? Да, как весь Petzl. И еще один вариант. Это фирмы Sanjinrock, поющая скала. Чехи делают. Очень хороший вариант для собаки, которая уже непосредственно перемещается по вертикали, когда необходимо ее полностью подвешивать, а не подстраховывать. Почему? Потому что все-таки вот эта вот вся страховочная конструкция, маечка, да, если так можно сказать, жилет, как угодно, она стягивает собаку довольно-таки сильно. И в таких обвязках, в таких беседках все-таки собакам довольно-таки тяжело перемещаться. Подниматься, висеть комфортно, но перемещаться не совсем удобно. Еще один момент, который бы мне хотелось обозначить, это спасательные жилеты. Здесь у нас это не так актуально, когда вы едете на юг, когда вы с собачкой находитесь где-то на море. Особенно, если у вас собачки вот такого плана, да, которые являются сами по себе довольно-таки тяжелыми. А? Да, такое каменное ядро, которое очень хорошо летит вдаль и потом также ко дну за счет своей инерции. То в таком случае жилет он просто незаменим. Все кинологические службы поисково-спасательные, южные, да, тот же самый сочинский отряд, они комплектуются в обязательном порядке вот такими жилетами. Брендов их немалое количество. Google вам помощь. Одно скажу вам сразу. Однозначно не берите китайские жилеты спасательные. Почему? Потому что у них разница в наполнении материалом не отцентрована, они не сбалансированы. И я видел неоднократно собачку, которая просто разворачивалась, да, и висит собака у вас на самом-самом верху, да, но в таком положении полубоком. Это дискомфортно, это неприятно и, самое главное, это нефункционально. Есть жилеты, у которых хорошая впереди тоже плавучая платформа. Это в том случае, если собачка уже совсем выбилась из сил и опускает свою голову, чтобы не нахлебалась на воды, голова у нее не утонула, она будет находиться как раз в положении над водой. Здесь уже все зависит от ваших потребностей,
от ваших интересов и, соответственно, еще и от финансовых возможностей, потому что огромнейшее количество этих жилетов на рынке. Но еще раз повторю, ни в коем случае не берите с Алиэкспресса. Нет, взять, конечно, можно, но, к сожалению, это не приведет к тем положительным последствиям, которые для вас необходимы. Теперь давайте подведем краткий итог. Мы коснулись самых основных аспектов снаряжения собачьим, да, это ошейники, это поводки, это охлаждающие жилеты. Про утепляющие куртки, комбинезончики я целенаправленно не говорю, потому что все зависит от вас и вашей потребности. Какие-то давать измерения смысла я не вижу, да, которые необходимы для того, чтобы подобрать ту одежду. Почему? Потому как производителей масса, формы, выкройки и вариации абсолютно разнятся, и все зависит от ваших интересов. Если вы заинтересованы в каком-то одном бренде, то, соответственно, размеры измерения необходимо учитывать, исходя из пожеланий этого бренда. Да. Если, соответственно, вы идете куда-то зимой, само собой, гладкошерстным собачкам такие зимние вещи теплые нужны будут. Относительно комбинезончиков, которые у нас летние, дождевики, я все-таки к ним не отношусь с должным уважением. В городе это актуально, в лесу не лучшим образом это все срабатывает. Почему? Потому что это моя позиция, сугубо моя. Почему? Потому что собака постоянно бегает, тактильное прикосновение чувствовано очень хорошо, любая баллоненная, плюс ко всему, электризует шерсть, и собаке от этого дискомфортно. Собака чувствует себя не лучшим образом. Плюс ко всему, нарушается теплообмен. Было влажно, потом вышло солнышко, и под этим комбинезончиком из какой-то легкой баллони становится очень-очень тепло, если даже не сказать душно. Подбирайте снаряжение качественно. Как я вам уже говорил, снаряжение – это не элемент какой-то роскоши, это не элемент обязательного минимума. Да? Это то, что для вас необходимо, для вас и вашей собаки. Потому что в критические моменты снаряжение зачастую спасает и выручает, либо наоборот приводит к плачевным последствиям. На второй лекции, которую мы назвали «Техника безопасности», мы касались скользкого снаряжения, и акцентировать на это внимание не буду. Но снаряжение. Подбирайте его качественное. Не экономьте на нем деньги, потому что от этого зависит жизнь и здоровье ваших собак. Без должного снаряжения, к сожалению, в условиях похода будет очень-очень дискомфортно. Это вся информация, которую я вам хотел сказать. Наверняка у вас есть вопросы, готов на них ответить.